But I don't fucking care. I don't fucking care. I don't fucking care. Да, это правда. Marvel анонсировала нового Человека-паука в Паучьей вселенной, Webweaver, в переводе, Паутина Ткач. Он дебютирует в новой серии комиксов, Edge of Spider-Verse, вместе с новой версией Крейвена Охотника, Паук-Охотник, который получил силы Человека-паука. По словам Стива Фокса, автора комиксов, гей-паук работает дизайнером одежды в агентстве Van Dyne. Также этот пассивный гей может появиться в сиквеле мультфильма «Человек-паук через вселенную», а также в грядущих фильмах Marvel, связанных с мультивселенной. Вот это реальная мультивселенная.